Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас еженедельный конкурс. Все как всегда. Прошлый раз мы закончили на видосике с конкурсом. Не помню, что там мы разыгрывали уже. По-моему, тоже розу. Сегодня, вчера точнее, я закончил, скажем так, был еще у нас по 10 аккаунт, экстренный выпуск. Закончили мы на розыгрыша розы, то есть я сказал, что это будет последний видос, если он попадет. Прошло уже там в порядке 20 часов от него выпуска. В принципе, кто хотел, те участвовали. Условия я уже говорил, в еженедельке минимум 15 видосов у вас должно быть за неделю. Сейчас посчитаем, сколько их всего было. Если вы там не успеваете увидеть их, можете зайти в телегу, я туда репощу, либо ВКонтакт, ссылочки в описании есть, я туда репощу свои видосы, вы можете оттуда свободно их позабирать себе на стенку. Ну, в любую соцсеть, многие думают, что это только контакт, нет, это и Facebook, и другие социальные сети, то есть это не есть проблема. В общем, поехали. Сейчас я открою свою страничку. Блин, что-то приболел. Такс. Такс, 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 такс. Убираем вот это сюда. Так. Захват экрана открыли. Последний видос у меня был вот опубликован. Вот сегодняшние видосы. Два огника нереальная. Вам, в принципе, мышка видна. Вы видите, да? Нереальная подкрутка. Качаем варлока. Мохнатка и этот видос, который вы сейчас видите, он уже будет участвовать на следующую неделю. Вот у нас последний вчера, определяем победителя. Вот он мигает. А закончили мы на конкурсе. Вот этот халявная Розалинда. Вот этот конкурс. На нем мы закончили. Так, окей, поехали отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. То есть от 1 до 39. Поехали. Так, это рандомизатор для ссылки. Так, что я хотел? Числа. 1. 39. Как-то последнее время. Ну, я не знаю. Ладно, ребят, я переиграю. Давайте последних там, не знаю, 3. Ну, я не знаю, последние числа попадаются. Какая-то хрень с этим рандомайзером. Я не знаю, что с ним делается. Что-то последние числа падают. Давайте вот 87, 29. Ну, должно быть нормально. Ну, видите, это странно. 1,39. 28. Вот так вот будет. Потому что, ну, последние видосы, я знаю, что очень многие там по времени не успевают. 22 часа тоже мало. Поэтому 28 по счету. Так, поехали обратно. Раз, два. Так, сколько у нас тут? 6. Да, получается 6. 2 отсюда, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Бравл Старс получается. Так. Есть, поехали в комменты. То есть у вас должно быть 15 видосов. Многие начнут бомбить. Бля, это ж не та игра. Ребята, я говорил, участвуют все видосы, которые есть на канале. И у вас должно быть 15. По поводу, там писали, по поводу розыгрыша
розы, типа, что там изменено. Единственный раз, когда я там, мы угадывали Огника или кого, я писал, что не допускается. Потом я выпустил вчера утром, я открыл 20 специально сумочек лишних, чтобы вы видели, какие шансы, и сказал, вы можете менять. То есть это не влияло, я все равно разыгрываю это не в онлайне, то есть люди, которые даже написали изменено, они уже здесь, как бы, ну, если бы я на стриме это делал, они бы могли там успеть, я бы не знал. А так я делаю это все в офлайне и открываю комменты перед тем, как начинаю открывать там итемы, если у нас такой конкурс, поэтому там нереально просто. Ну, красавчики. Так, что у нас? Все, открыли все? Все, отлично. Радует, радует, что не спамят. Так, окей, с этим разобрались, поехали. Так, это мой видос. Поехали, откроем еще разок ютубчик. Куча у вас видосов еще в ограниченном доступе. Так. Бравл Старс. Сейчас я коперну ссылочку. Вот видите, все комменты, все 110 открыты. То есть, чтобы вы не переживали, если он случайно попадает у вас в спам, вы его не видите, я все равно потом открываю. Поэтому не переживайте. Ничего страшного, если вы его не видите. Главное, чтобы вы его один раз написали. Так, поехали сюда. Поехали. Так, Гайрат Салиев. Сразу давайте я смотрю YouTube. Подписки вижу, а видео... А подписки нету. Поехали, следующий. Ребят, честно, уже так надоело объяснять вам, как. Я не знаю уже, как объяснить. Так, и чё? Чё тупим? Подвисает. Игорь Ли. Игорь Ли. Ну, поехали, посмотрим. Игорь Ли. Так, репостов хватает, подписка есть, лайков куча, причем фанат. Вот люблю я таких ребят, которые делают все как надо. В общем, все, что надо, есть, отлично. Поехали сюда, давайте сделаем вот так. Вчера, кстати, вот я не мог что-то с Розой из-за того, что комментов много. Видите, что-то не находит. Странно. Давайте. Давайте не так сделаем. Ctrl-F, Ctrl-V. Ну, только один его коммент. Вот так будет даже лучше. Мы даже можем сделать. Сейчас мы откроем все. Видите, что-то глючит. Ну, я думаю, у него все правильно. Так, один. Отлично. Дальше. Дальше. Поехали на его ВК-страничку. Игорь Лукашов. Ну, думаю, тут все, короче, все здесь есть, поэтому поздравляем, ребят, пацана. Многие начнут бомбить сейчас. Это фейковая страничка, ребят. Я уже не один раз вам говорил, у меня то же самое было ВКонтакте, не было много друзей. Я не сижу здесь, и поэтому это не считается. Там 10-20 друзей, можете создать себе страничку. Самое главное, чтобы у вас была одна ссылка на вашу там страничку ВК и один YouTube аккаунт, то есть не было спама. Поэтому поздравляю. Напишу сообщение.
Такс. Ну, вроде как бы все быстренько, все коротко. Вот это мне больше всего нравится. То есть условия все те же, ничего не меняется. Начиная с сегодняшних видосов с утра, там, где выбор двух огников, где многие разделились мнение, я, в принципе, до утра решу, и вы уже завтра утра увидите видос этого аккаунта. В общем, вот как-то так. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Я побежал. Надо еще вот розу отдать. В общем, есть чем заниматься. Поэтому все в ваших руках. Там, кого бомбит, ребята, пусть у вас бомбит. У меня условия одни, я их всегда придерживаюсь. То, что многие пишут, там подстава, еще что-то, меня это, конечно, уже улыбает. Самое главное, что у меня активная аудитория, и как бы есть ребята, которые поддерживают контент, который я делаю для вас, чтобы вам было удобней развивать свои аккаунты. Все, всем удачи, всем пока.